огурцов нежинский 12 высевают в рассадные ящики, посев осуществляют в начале мая. Рассаду огурцов нежинский 12 или посев сразу на постоянное осуществляют в конце мая, начале июня в легкую почву. Ухаживают за растением при помощи полива и прополки. Сорт требователен к влаге, поэтому требует постоянного полива. Первые урожаи можно собирать в начале июля. Плоды имеют светло-зеленый цвет, удлиненную яйцевидную форму и высокие вкусовые качества. Масса до 90 грамм, а длина – до 12 сантиметров. Сорт семян огурцов нежинский 12 устойчив к болезням и вредителям. Плоды чаще всего используют для консервации и засолки. Огурец гибридный носхинский – это травянистый с типом роста, сильнорослый. Огурец гибридный носхинский имеет позднеспелый срок созревания. Урожайность огурца гибридного носхинский составляет 4,9 кг. Плоды имеют массу от 90 до 110 грамм. Форма у плода удлиненная яйцевидная. Цвет плода зеленая. Плоды можно потреблять в свежем виде и на переработку. Важно, что огурец гибридный носхинский пчелопыляемый. В качестве места выращивания прекрасно подходит теплица, открытый грунт. Вы можете купить это растение в нашем интернет-магазине в всесорта.ру. У нас огромный ассортимент семян, луковиц, рассады, саженцев и крупномеров. Доставка по всей России и СНГ. Для заказа перейдите по ссылке, которая находится под этим видеороликом, в описании. Лайкайте наше видео и подписывайтесь на наш канал, чтобы раньше всех узнавать про новинки российской и зарубежной селекции.